Друзья мои, добрый день. Еще раз сегодня 11 сентября. Блогер из Перми, сотрудник КГБ, опальный Бессонов. Друзья мои, ну вот СМИ пишут, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога сегодня. Это значит, что все-таки вот после контрнаступления украинцев под Харьковом, ну, отступления наших вооруженных сил, ну, на войне не всегда бывает удача. И, видимо, решение приняли вести боевые действия без каких-то красных точек, да, запретных точек. Ну, прежде всего, не бомбили крупные города, населенные пункты, там, где сосредоточены штабы принятия решений. Не бомбили узлы железнодорожные, потому что не только же поставляют оружие, там связано с жизнеобеспечением граждан, продукты и так далее. Но, видимо, сейчас приняли наконец-то решение наносить удары и по принятию решений, по основным железнодорожным узлам, то есть вести операцию, ну, по всем правилам войны. К сожалению, это спецоперация, которая, в общем-то, подчиняется определенным правилам войны. И какие-то точки, видимо, были какие-то негласные договоренности, и у нас на территории России поэтому не было массовых актов террористических. Вернее, были попытки, после этого, так сказать, вот мы перестали и на Киев наступать, и перестали бомбы удары носить. Но, видимо, сейчас, после вот контрнаступления, эти запреты все сняты, и, видимо, будут наносить удары уже и по центру принятия решения, в том числе и по жилым кварталам. Но, к сожалению, вот это будет, в общем-то, позволит, видимо, войскам более активно продвигаться и вести боевые действия по всем правилам специальных операций. Вот такая ситуация. Поэтому я когда говорил, что напрасно представители Украины радуются, что мы оставили, потому что, ну, если наши примут решение вести войну по полным правилам, в том числе с применением тактического ядерного оружия, то, в общем-то, никому хорошо от этого не будет. Эту войну нужно заканчивать переговорами. Еще говорю, условия, которые выдвигает Владимир Путин, это постсоветское пространство должно остаться за Россией, зоной влияния России. И я думаю, что на этих условиях Запад согласится. Вот такая ситуация. Спасибо. Ваш Бессонов Алексей Борисович.